Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Андрей. Я принял ислам 10 лет назад. Вот. Аллах меня привел к истине. Благодарен Аллаху за это. И хотел бы пожелать всем тем людям, которые еще не приняли ислам, чтобы они задумались над этим, пока у них есть такая возможность. Да? То есть пока им их срок еще не вышел. То есть принял ислам я по причине того, что я размышлял над тем, какова цель нашей жизни и вообще зачем мы живем. И пришел к тому выводу, что есть Создатель, да, и этот Создатель, то есть каков правильный путь к этому Создателю, я начал рассматривать религии и остался только ислам, да, то есть правильная религия — это только ислам. То есть я к этому пришел посредством, так скажем, размышлений. Вот, в принципе, вся моя история. На данный момент я учусь в исламском университете в городе Медина, Саудовская Аравия. Вот третий год. Хамдулля. Аллаху акбар, Аллаху акбар.